20 июня 2021 год. Вот с Барнаула едет отец Иоаким и два брата. Николай Астахов и Анатолий Тарасов. Где-то должны быть в первом вагоне. Вон они идут. Добрый день, добрый вечер уже. Че стоишь, сиди принимаешь. Человек снимает, не мешает. Ну что ты, бери, брось. Ну бери сумку. На, вот, давай. Володь. Да я возьму бычка. У Володи свое послушание. Вечерний проворачивай. Давайте, давайте, быстрее, уже гудок зовем. Все, давай. Все, а ты бери, что у тебя, рюкзак. Да, конечно, не, все. Помолимся об уголовке. Все, с Богом, всего доброго. Это сейчас, кто это? Да ты погоди, это. Юбку этот. Да ты ладно. Ой, опасливай, он своей камеры трясется. Ну все, хорошо? А тут камни. Давай. Все. Мостик. Ну да, тут у вас это. Диковато с одной стороны. Диковато. У нас один приезжал тут, знаете, брата. Трое суток шел до Потеряевки отсюда. Это который турист у вас? Да. Который решил, что может прогуляться. О, поехал поезд. Спуски. Все. Владимир стал счастливым обладателем транспортного средства. Да. Счастье было недолго. Потом выяснилось, что там ручника нет. А что, он отстал? Да. Нет, у него там. А что капот открыт? А что-то это, температура поднялась. Ну, а что тут не фиксируется? Так, а ты уровень это, посмотрел? Да? Чего? Ну, в смысле, в жидкости охлаждающей. Но да. Я его чуть переборщил, по ходу дела. Максимум сделал. Ну, что это же? Там просто легко сливается. Видите? Не знаю как, я могу на руку взять. Да хоть ничего ты там не нарушишь, толкай и все. Не, войти-то войдет, ты просто... На шутку место остается из-за... Да, у него тут багажник слабенький в этой машине. Так-то... Машина-то хорошая. Машина хорошая, зверь. Ну ладно, слава Богу за все, аллилуйя.